дорогие наши выпускники, юноши, девушки, педагоги и, конечно же, с легким волнением сидящим в сегодняшнем зале родители вместе с учителями и со своими детьми прошли все 11 лет. И я ознакомился перед тем, как сюда приехать, мне дали служебную записку. Перечень достижений сегодняшних выпускников не уменьшается, там целую папку. Я пытался всех запомнить, но я понял, что все просто восхитительные, ответственные, замечательные. И, конечно же, это огромная слава благодарности нашим учителям, педагогам за то, что не сумели это передать. На меня смотрит, улыбается Татьяна Викторовна, депутатом городского совета, как без этого. И, безусловно, это особая ответственность самих выпускников. Дорогие ребята, искренне слава благодарности. И те достижения школьные, которые они сегодня есть, об них еще много будем говорить и подчеркивать роль вашей заслуги. И я бы хотел, чтобы вот эти успехи трансформировались в будущем, в том числе и в развитии города Назарово, чтобы вы смогли в жизни сделать свой вклад в развитие нашего города. Задач огромное количество, город живет, развивается, украшается, благоустраивается, много сделано, и еще больше предстоит сделать. Дорогие друзья, и безусловно, здесь это слаженная работа, я всегда это подчеркивал, и ответственность родителей во взаимодействии с педагогами, с коллективом школ, но и я всегда вот публично хотел бы об этом подчеркнуть. В текущей жизни мы не столь общительны с Олегом Владимировичем, часто встречаемся, но в школе повезло, в гимназии повезло, один из лучших директоров образовательного учреждения Красноярского края. Олег Владимирович, спасибо вам огромное за мудрое руководство. Я переживал, когда мы в Кипсу ходили на работу, мы всегда об этом где-то и шутили, но я видел за этим вашу особую ответственность. Сегодня в школах города очень волнительный, ответственный период, и, конечно, на сегодняшней площадке я поздравляю и благодарю всех педагогов города Назарово, всех выпускников за те достижения. И, конечно же, я вместе с вами буду переживать за ваши экзамены, которые у нас у всех впереди, чтобы тесты прошли экзаменационно успешно, выбрали правильно, это очень сложно сразу сделать, порой не бывает без ошибок, профессию прошли и те испытания перед вузом, и, конечно же, чтобы мы взаимодействовали, встречались, общались. Я с большим удовольствием стараюсь посещать все учебные заведения, где наши выпускники назаровцы продолжают учебу. Всех с праздником! Удачи всем!